каждый может стать волшебником и сделать в преддверии Нового года подарок даже четвероногим друзьям. С 10 по 29 декабря проходит новогодняя акция «Накорми хвостатого». В ней могут участвовать все неравнодушные жители города. Подробности расскажет Анастасия Шиховцова. Инициативная группа «Хвастай хвостатым» запустила новогоднюю акцию «Накорми хвостатого» в социальных сетях совсем недавно, но уже есть откликнувшиеся. В первый день у нас очень активно подключился садик «Катюша». Они целой группой собрали корма для животных. К ним приходил представитель приюта «Котопес» Светлана Станина, рассказывала им про животных. Они общались на эту тему. Поэтому, в принципе, в течение вообще всего года жители активно откликаются и помогают. Просто в преддверии Нового года хотелось еще одну добрую акцию запустить, чтобы была возможность, например, не ездить на склады бризовские, а в центре города, в молодежный центр, принести в удобное время гуманитарную помощь для бездомных собак. Помощь нужна не только собакам, но и кошкам. Полный список всего необходимого можно посмотреть на странице ВКонтакте. Животным нужна еда и медикаменты. Если у кого-то нет возможности помочь материально, можно прийти в приют, выгулять собаку или поиграть с кошкой. Ведь таким живым существам тоже нужно внимание. Каждую субботу и воскресенье у нас с 12 до 4 день открытых дверей, скажем так, это день посещений, когда мы ждем горожан, всех желающих побывать в приюте у нас в гостях. С удовольствием ждем горожан в гости, с удовольствием покажем наших питомцев, познакомим с нашими питомцами, расскажем о всех их повадках. Если вдруг вы хотите завести питомца, не покупайте, приходите к нам. Все наши питомцы вакцинированы, стерилизованы и очень-очень ждут, когда же их заберут. Акция «Накорми хвостатого» продлится до 29 декабря. Сделать добро и помочь нуждающимся в Новый год может каждый желающий, тем более, если дело касается благодарных животных. Анастасия Шиховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное».